Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Spider-Man Miles Morales. Я не забросил эту игру, как вы могли подумать. И мы просто продолжаем с ней. Вот и все, не смотри на что. Да, я буду заниматься музыкой, я буду делать биты с дядей... Аароном. Аарон, дядя Аарон, да. Что ж, мы поссорились с Финой, к сожалению. И что теперь? Что у нас остается? Проверь приложение. Вдруг кому-то нужна помощь. Да, давайте проверим. Грабеж 111 метров. Пойдемте. Похоже, ты его ограбил. Надеюсь, я смогу помочь. Скорее, ну цепляйся, давай. Есть. Магазин прямо здесь, прямо у меня под носом. Прямо у чекпука под носом. Кто посмел? Эй, я здесь. Что? Не ты, мой кот. Назвал его в честь настоящего Человека-паука. Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и человек. Кота зовут Человек-паук. Ужасно! Куда они пошли? Я слышал, они собирались на подстанцию в двух кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Конечно. Думаю, это не повредит. Окей, я тебя понял. Надо спасти кота. Это очень важная миссия. Обязательно. Так, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Помогите! Опа! Кто нам, помогите? Неважно, кот в опасности. Это самое важное для меня сейчас. Спасти кота. Кто посмел? Да ты, что ты звонишь? Не мешай. Мы ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Стоп. Вот сюда. Уже включил прямую трансляцию. В смысле прямая трансляция? Люди видят? Люди видят, как я делаю свои дела? Стреляют в трансформаторы? Ладно. И сколько таких нам надо сломать? Можно электриком. Стреляй, режь провода. Делай там. Нокаут Путиным ударом просто сделаю, и все. Тихо. Что за люди? Зачем мне грабили магазин? Они выглядят очень серьезными. Давайте вот сюда. Повесить. Люди видят это? Это они меня еще не видят. Кажись, мы его спугнули. Проверьте, как следует. Да ладно, он точно где-то здесь. Так. Куда бы нам встать? Давайте сканер. Не спрячешься, еще опасно пока что. Вот этот чел. Безопасно повесить. Вздернуть. Хорошо, что ребята не смотрят наверх. А вот этот опасный? Не написано, опасно он или нет. Но мне кажется, что опасный. Сейчас давайте установим, чтобы за всеми можно было наблюдать. Их всего трое. Окей. Безопасно. Повесить. Сейчас я их всех просто повешу здесь. Хватит шутки шутить, паук! Очередная победа Человека-паука. Почему опасно? А, это точно опасно. А вот этот... Ты такой безопасный, чувак. Я всех вас повешу. Да, на тебя вырублю, получается. Есть. Напряжение на подстанции упало до 64%. О, нет. Ищи запасную цепь. Хорошо. Запасная цепь. Вижу. Вот здесь? Нет. Осмотреть электростанцию. Ты в этих геройских делах мастер. Не, я просто зритель. Надо найти кота Тео. Зачем они забрали кота? Вон он! Человек-паук! Стой! Стой! Надо было назвать кот-паук. Паук спустился в шахту лифта. Не смог? Еще раз. Надо его закрепить. В смысле, а почему не получается? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Верное, но не держится. Почему не закрепляется? Давай. Нет, это не работает. Фу, что-то в чем подвох? Так, смотрим. Осмотреть электростанцию. Что еще мы упустили?
Здесь все то же самое. А, все? Тебе Человек-паук, держись. Окей. Вот ты где. Стой! Эти коты вечно, вечно убегают. Я знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить его. Ладно, ладно, соберись. Раз, два. Ну ладно, двоих вынесу. Троих вынес! О, как хорошо! Хорошо. Вот безопасно пишут. Я верю. Уф! Ой, блин, это ужасно! Держись от меня подальше, клоун! Чтоб они меня увидели. Написано было, что безопасно. Хорошо. И погаснет свет. Есть. Не спрячешься, паучок! Все, окей. Похоже, им кто-то платит. Есть идеи, кто... Чё? Свет! Так, о, нет. Напряжение на нуле. И напряжение нарастает. Включаю внутри. Аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Нам сюда. А, блин, снова. Целая куча этих людей здесь будет, получается, да? Не отправили ломать одну подстанцию. Давайте посмотрим. Тут есть что-нибудь, на что мы могли бы отвлечь? Не, стоп. Давайте возьмем мины. Ой, нет. Мины. Кинем в него. Там кто-то есть! Привет! Кто вам платит? Я его знаю? Я на такую хрень не подписывался! Так, хорошо, двоих вынесли. Нет, одного, он не упал, нифига. Какой стойкий. Вот, кажется, это то, что нужно. Так, они видят. Они видят меня! Вот, мне кажется, вот сейчас как раз-таки идеальная возможность. Ой, что я сделал? Что я сделал? Не то нажал, не то нажал, не то нажал. Наверх! Наверх! Блин, все, ладно, сражаемся. Я не ту кнопочку у вас случайно нажал, бывает такое. Мне кажется, я быстро с ним справлюсь сейчас. Есть, все мертвы. Все мертвы. Нужно найти запаску. Ага. Ладно, надо идти. Найду главный генератор и постараюсь починить. А куда кот делся? Парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Получается, они замаскировали сюжетную, как сказать, посредственную миссию. Что-нибудь придумали. Нет, сюжетную миссию под посредственную. Эй, парни, кто-то хочет помочь? Идите туда. Давайте. Идите. Похоже, тот, кто хорошо планировал, знает Человека-паука, и он ему не друг. Должен быть кто-то еще. Можем еще один зацепить? Так много врагов. Я что-то слышал. А ты оптимист. Можем, но они, мне кажется, сейчас не упадут. Чисто просто их пощекотало слегонца. Недолго ему осталось. Найди жучару и раздавить его! Я здесь, идем. Окей. А ведь их нет. Да ладно, он точно где-то здесь. Вот, идет. Нет. Вот это наша мишень.
Не лезь не в свое дело! Нифига себе! Тихо, не вот это беспалевное. Ладно, просто задубасим сейчас. Так нечестно! А у вас вообще оружие есть? И удар. Это все, что я умею. Типа тебе мало, да? У меня электричество из рук. Что с переключателем? Ага. Плохо. Панель не подключена. Нужен генератор. Генератор. А где он? Вижу, по проводам можно отыскать его сюда. Вот так. Генератор работает, но, кажется, не подключен. Ну что опять? В смысле не подключен? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть контакт. Как-то долго электричество идет. Да будет. О, нет. Котика взял! За дырок такой. Ну ладно, он всего лишь один, мы с ним легко справимся. Я не отдам его. Это невежливо. Я пытаюсь установить с ним связь. Блин, да где он? Так, давайте скан. Чем мы могли бы... Блин, сразу целая куча людей здесь. Вы что-нибудь слышали? Выше. Ему что, жить надоело? Как выше пойти? Окей. Вечно прятаться не сможет! Получится вот эту штуку опустить. Нет, не получилось. Однако мы можем сейчас вот на этого все силы потратить, да? Есть. Он пропал! Дело пахнет керосином, парни! Призраков только не хватало! Нельзя же провалить дело из-за какого-то жука! Человек-паук! Вот, вот сейчас получится опрокинуть, мне кажется. Хорош. А, все, они меня увидели, да, наверное? Ладно, я думаю, просто надо уже начать сражаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мне кажется, Дерек это что-то опасное. Он слишком крупный. В этой игре есть чувак прям очень крупный. Это означает проблемы для меня. Вот такие большущие проблемы. Так, черт. Вниз, скрываемся, скрываемся, скрываемся. Нет, это чересчур. Это перебор. Ладненько. Опасно, 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 да, это все? Может быть, кинуть им моих друзей? Я тебя найду! Давайте, дети мои! Раз и два, сражайтесь! Не знаю, они меня так и забавляют. А ты иди повиси чуть-чуть. Это просто роботы. Как его... Экзистенциальный кризис. Ну-ка, смотрим. Ты безопасен? Кстати, давайте попробуем вот этим воспользоваться. Гравиколодец. Вот. Воу! Воу! Нифига себе! Я был излишне самоуверен. Ладно, хорошо. Тогда придется заново все делать. Все, меня здесь нет. Мне нравится, что они бьют наобум. Ладно, давайте наверх пойдем. Это мы мигом устроим. Это будет мигом.
Они увидели? Они не увидели. Не спрячешься, паучок! Блин, вот этого большого очень чуть побаиваюсь. Опасно. Покажись уже, Человек-паук! Смотрите! Так, у нас мина есть, у нас их две. Давайте, давайте, друзья, подходите, подходите, не стесняйтесь. Сразу трое упало. Я в него не попал. С каких это пор пауки стали невидимыми? Он где-то за... Вон еще один чувак, оказывается, стоит. Есть. Раз, два, три. Это мы мигом устроим. Вперед, дети мои! Так, хорошо, с этим разобрались. Говори, кто сделал ограбление. Отдавай кота и можешь идти, окей? Нет, ни за что! Не дайте ему уйти! Ты у меня получишь! Оп, в сторону, в сторону, в сторону! Сколько, подожди, сколько здесь толстяков? Там их двое? Окей, давайте сделаем вот так. Все, можно выпинать в сторону, черт, черт. Опрокинуть. Как-то получилось, но смазано немножко. Тебе что, больше заняться некем? А, фух, еле увернулся. Так, что у меня еще есть? У меня еще один есть дрон. Вау. А. Ой, блин, это лучшая, лучшая шутка в этой игре. Все, давайте кинем колодец этот. Получилось? Ладно, осталось с тобой разобраться. Все, готово. Кажется. Пришлось немного здесь посидеть. Опа, попотеть. Стоп, котик! Пошли отсюда, человек. Какой прикольный котик, как львенок прям маленький. Так хочу львенка потрогать. А-а-а, ну давай. Миссия выполнена, не дергайся, кот. Все, теперь с нами будет кот. Ну, да, у нас кот в рюкзаке. Дали, ограбление предотвратили. Ей! Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и боссе в приложении ДСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепки. Давай, до связи. Давай, паучок, держись! Так, надо вернуть котика в магазин. А, он здесь уже рядом. Пардон, пардон. Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну. Какой? Кота нашли твоего. Человек-паук! Хорошо нагулялся. О, папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. О, из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Ура! У нас есть... Привет. Удалось выяснить, на кого работали те котокрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс. Спасибо. А мне пока что делать? У нас жетоны событий. Сейчас, секундочку, костюмы. Есть ли у нас что-то новое? У нас новые гаджеты есть только. Единственное, что... Все это уже установлено, установлено. Вот гаджеты. В целом ничего нового нету. Но есть навыки. Биоудар, совершенный во время действия камуфляжа, наносит дополнительный урон. Или же паучье терпение.
увеличение шкалы камуфляжа, позволяющей дальше оставаться невидимым. Дольше, точнее. Это полезная вещь. Все, у нас 0 очков навыков. Эй, я нашел склад Фины в научном центре Аскорпа. Он закрыт на реконструкцию. О, боже! Наш преобразователь энергии, победивший на школьном конкурсе! Так вот, как она хочет дестабилизировать Нуформ и взорвать Роксон-Плазу! Ого! Она выбрала его, чтобы тебя отомстить? А что люди здесь тусят на крыше? Прикольно. Спасибо, Ганки. Это мой долг. Кстати, пора помогать твоей маме с эвакуацией. Пока. Так. Никто на меня не обращает внимания, смотрите. Я пришел, Человек-паук пришел, я. И никто не обращает внимания. Послушает, я заберу Нуформ. Уничтожу, если будет надо. Знаете, что я думаю, сделаю? Ничего не могу сделать, к сожалению. Я хотел заспаунить своего андроида. Показать своему сыну, что такое музыка. Может быть, он бы смог понять. Может быть, у него бы душа бы какая-то зародилась внутри. Кто знает. О, это же кража со взломом. Надраивайте люки, ребята. Близится страшная, давно предсказанная буря столетия. Чертовски мощный шторм. Убедите, о, ничего себе. Припасов. Мои верные слушатели уже запустили. Прям апокалипсис, что ли? С ними можно пережить даже ядерный коллапс. А вот если вы хотели сходить с родителями в церковь Святой Троицы, у меня для вас плохие новости. Эта местная достопримечательность частично разрушена после очередного поединка Человека-паука и Умельца. К счастью, Роксон быстро наладил контроль над происходящим. Местонахождение обоих злодеев в масках сейчас неизвестно. Но это не так важно по сравнению с щедрым предложением Роксона полностью оплатить вас. О! Это было так задумано? Я ж офигел, я даже не понял, что произошло. Какого фига? Кто это? Кто посмел? Прости меня, племянник. Бродяга. Дядя Аарон. Опять я в плену оказываюсь. Что это? Это я в какой-то тюрьме, заброшенной станции метро. Я тебя обратно не пущу. Пусть Кригер и Умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить Фину. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. В смысле? Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз, я не хочу потерять еще и тебя. А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценишь. Хорош. Сейчас будем драться с ним. Майлз, нет. Не спорь со мной. Я не хочу этого, но не могу оставаться здесь. Где он? Блин, он тоже невидимым становится. Технология маскировки. Надо ее снять. Как снять? Победить бродягу. Дело вообще не во мне, а в тебе. Ты боишься? Не переводи все на меня. Получится. Воу. Черт, ударил меня. Смачу. Я не могу его... Используйте паучий чутье, чтобы вовремя обнаружить угрозы и контратаковать. Все, я понял. Только так и нужно, да? Есть. Все. Ну давай. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Сейчас, погодите, я знаю, что надо сделать. Надо взять паутину. Есть. Он в паутине, но это не сработало особо. Хорошо, у меня есть сейчас возможность хорошенько ударить. Да! Есть!
Еще? А это что? Не знаю, что он мне дает. Это, видимо, подзарядился. Кто знает. Вот, хорошо. Ты не понимаешь, только я пытаюсь защитить тебя. А я пытаюсь защитить всех остальных. Нет. И что он намеревался сделать? Обцарапать меня так, чтобы я до полусмерти был ранен? Черт, просрал. Твой наставник не учил тебя выбирать противников? Он учил меня ставить чувства других выше своих. Ага, подзатыльник. Что за? У тебя свои фокусы, уродцы. Давай, есть, я успел нажать, еле-еле. Ты не знаешь, насколько страшен мир. Каждый сам за себя. Только если мы все не исправим. От них лучше держаться подальше. А ты кто без своих костюмчиков? Так, мне нету. Мне придется сейчас уворачиваться просто. Где он? Ты вообще ходишь? Он на бум стреляет, понятно. Он рискует. Нет! Нет! Да я же жал в сторону отпрыгнуть. Какого фига он не отпрыгнул? Так, стоп. Блин, это сложная часть. Все, сейчас можем напинать хорошенько. Ну, нет. Давай. Да что ж тебе? Во, хорош. Давай еще раз. Добивание. Ты не понимаешь. Ты всегда. Сейчас мы напинаем как следует. Может, потому-то я и жив. Тихо. Тихо. Есть. Ладно, ей пришлось немножко с собой пожертвовать. Вот. Да, отец. Сейчас он скажет, отец. Давай, хочу добивающий, пожалуйста, дай мне добивающий сделать, нет? Ладно, торопимся. Блин, это не наш чувак. Вот он. Фу, ладно. Опять голограмма. Сволочё. Из Роксона подарили. Я адаптируй, тебе не угнаться. А голограмма, ты же меня коцу, да, наверняка? Оу. Давай-ка я сделаю тоже вот так, хоп. У, смотрите. Где ты? Так, мне надо набить немножечко силы.
Ну-ка, иди сюда. Ну давай. Давай. Давай, 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 добивание, добивание, добивание. Есть! Хорош, хорош, отлично. Сколько будет у нее еще фаз? Опять. Ух ты. Семейная драма, приз получен. Есть, мы победили, да? Фух. Нет. Ну что, бэтч? Семья? Это не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Я тоже так считаю. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям. Должен быть хорошим человеком. Черт! Ганке! Меня только что похитил дядя! Посадил под замок! Чего? Ты в порядке, чел? Мы подрались, а потом я сказал, что не хочу его знать. Совсем! Какая жесть! Это... нелегко тебе пришлось. Это все транслировалось, интересно, в приложении? Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Вряд ли. Да. Тут все выборочно, да? Окей, следующее задание какое у нас? 200 метров. Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом? Да, можно начинать. В смысле финальным эпизодом? Это конец игры? Фина наверняка внутри. Надеюсь, я смогу увидеть взрыв. Это изменит все. Фин сбежал в город Гадай. Победить подпольщиков. Его место займем мы. В смысле финальным эпизодом? Я что-то не понял. Эта игра не может быть настолько короткой. Так, хорошо. Безопасно. Следующий. Безопасно. Невидимость. Сейчас мы аккуратненько со всеми справимся. Огромных голубей неприлично спугнем. Вот, вот сюда, да, можем встать? Ладно. Тихо, убийство. Далее. Раз, два. Давайте, идите. Идите, посмотрите. Идите, обязательно посмотрите. Вынес. Мы можем... Алана больше нет. Так, смотрим. Вон еще один. Надо снайпера всех вынести. Они слишком проблемные будут. О, аккуратней. Тебя повесим. Раз, раз, два. Вон снайпер. Куда? Что? Что было? А-а-а, у него эти штуки крутые есть. Ладно. Хорош. Вон еще один. Так понимаю, тут целая куча, да, ведь людей? Раз, два, три. На самом деле не так много осталось. Я уже большую часть вынес. Давайте камуфляжку.
Есть. Ой, он не убит, как труп упал. Нет, он там паутиной примагнитился, ну конечно. Давай, Сильвик, пожалеешь! Они уже знают, что я здесь? Сколько у нас еще осталось? Где-то тут был этот предохранитель. Вот он. Парни, я... Что это был за шум? Один только человек подойдет, да? Ну ладно, тоже нормально. Что? Ты ждал такого? Слушайте, я мастер стелса прям. Раз, два, три... Три человека осталось всего. Четыре, ладно. Есть. Готов. Готов. Ой! Ладно. Этот будет со мной так драться. Оу, нифига, ну-ка давай еще раз. А! Нет! Ладно, станем невидимыми. Скрытное убийство! Кто-нибудь проверьте ее, она не отвечает. Раз, два. Ну вот этот удар просто очень жестокий. Я представляю, как все зубы ломаются, челюсть ломается. Этот чел будет несколько месяцев в больнице лежать или ходить с такой штукой специально, со скобами на челюсти. Короче, с этими ребятами я сделаю вот так. Так, хорошо, этого, кажется, все. Его больше не спасти. Ой, давай тебя просто отпну. Есть! Так, посмотрим, что у них тут за охрана. Такой же барьер, как в кинотеатре. А-а-а! Нужно опустошить генераторы. Да. Да-да-да-да-да. Смотрите. Что? Они заперты. Что это за... И обесточены. Нужен новый источник питания. Например, вон тот гигантский мобиль. Ага, я понял. Надо вот включить паутинку. Раз. Не достану. Не достанем, да, и правда. А вот так, может быть, достанем? Отсюда, вот сюда. Блин, тоже нет. Не совпадает. И еще разок. О, вот этот похоже на правду. Нет. Ладно, что-то не то. Сколько-то всего этих шаров? Три. Их всего три. И давайте пробуем сюда. Вот, наконец-то. Вот так. Липкая и проводящая. Не получилось? Сейчас еще раз. Надо удерживать. Опустошили первое. Их всего сколько? Их четыре, да? Отлично. Ну-ка, хватит ли нам... Его же прекрасно, очень удобно. Да, должно сработать. Получается, нам, скорее всего, уже не нужно двигать эти карусели, поскольку они все уже встали в правильном положении. Еще парочку. Ай, погодите, или нет? Так, ну это сработало. А где открылось? А где что открылось? А! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут хитро сделано. Есть. Ну как хитро? Детский сад. 5 секунд, и ты решил проблему. Помните, игра The Witness мы играли вместе? Пипец, вот это было сложно. Это было
на долгие часы запись летсплея, чтобы пройти. Так, сколько еще осталось? Мы уже три обесточили, осталось последний. Чтобы это провернуть, нам необходимо подвести. Надо все убрать, да? Мешает. А почему не? Где-то за всем этим. Есть. Все, мы решили. Теперь. Неужели это босс финальный? Я не верю в это. Может быть, это какой-то проходной финальный эпизод, и дальше будет что-то еще? Сейчас сломаю булочку на поле. Так, да, это я помню. Ну и кто здесь? Кто здесь? Фина, ты здесь? Сюда. Будет забавно, ты если... Если это реально конец игры. Всего сколько получается? 6 выпусков? Ощущение, как будто бы это только середина игры. Она, наверное, там. Дальше. Да, я детали какие-то нашел. Может быть, можем что-то замутить? Если костюма нет, то, может быть, у нас навыки есть. Одно навыка, навыко. Увеличение радиуса поражения биоудара. Это мне нравится. Погодите, вот это что за платформа такая интересная? Победа на научном конкурсе. Наш преобразователь на выставке. Мы так гордились. Может быть, сюда? Нет. По-любому, вот эта платформа что-то значит. Давайте еще раз сюда пройдем. Тут вот мы нашли ящик. И потом... А, надо было дальше пойти. Фина! Слушай! Давай со всем разберемся. Ты и я. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Это куда? Вот сюда. Но мы уже спалили, что мы здесь. И думаю, нет смысла даже камуфляжку использовать пока что. Мы типа показываем, что нам нечего скрывать, что мы здесь, на ладони. Чтобы нам доверяли. Жизнь на дне морском. О, флешбеки. Идем, Капуша. Хочу посмотреть на наш проект, пока мы еще молоды. Где инновации будущего в реалии настоящего? Ладно, я иду. Проиграем здесь. Где наш проект? У меня в телефоне есть карта. Наш проект на временной выставке на верхнем этаже. И там табличка с нашими именами, как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра, возможно, Нобелевская премия. А почему она со мной не идет? Почему она в ту сторону пошла? Типа, куда нам нужно идти? Наверх надо идти? Не понимаю, что она от меня хочет. Осмотреть музей науки. Хорошо, пойдемте осматривать его. Или она просто все время программно встает передо мной? Когда же Рик придет? Он только что написал, что садится в метро. Значит, через 30 минут или через 2 часа? Типа того. О, красиво рыба сделана так. Вот это я назову Говард. А ты назови эту. Левиафан. Шикарно! Вы думаете, что жизнь под водой — это научная фантастика? Они имеют в виду жизнь под водой, человеческую жизнь? Подводные обитаемые модули известны в мире с 60-х годов. Понятно, вот тут, что они хотят замутить. Боишься? Это как в Биошоке прям. Не знаю, да-да-да.
совсем, не знаю, очень страшно. Я бы не хотел жить под водой. Я бы хотел провести каникулы под водой. Это было бы интересным опытом, скорее всего. И в космос. Особые экспонаты. Нет ничего более пугающего для меня, чем полет в космос. И нет ничего более захватывающего одновременно. Так хочется в космос. Если бы мне предложили, я бы полетел. Я бы полетел, но это было бы, наверное, что самое страшное. Я бы, наверное, испытывал бы целую кучу стрессов, ночных кошмаров. Постоянно бы нервничал, плакал, переживал, все что угодно. Но я бы полетел. О, боже мой. Я даже думаю об этом, у меня прям внутри все сжимается. Здрасте, это я, изобретатель. Оу, наш проект на выставке? Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Все равно спасибо. В смысле? Это же наша нормальные выставка. Нормальные герои всегда идут в обход. Она сказала, билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор, который ведет к лифту. Просто ломиться. Можно. Заперто. Майлз слишком правильный. Вот хочется, чтобы была игра чуть-чуть повзрослее. И чтобы твою правильность он откроется. Подверглась испытанию. Но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный, в смысле, форму меняет? Ты смотри, умных слов нахватался. Замок. Это вот туда нужно или куда? Что-то зеркальное. И достаточно тонкое, чтобы пролезло под дверь и повернулось. Вот единственное пока что выделяется. У двери был стенд с металлами. Да-да-да. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Прикольно. Повернуть. Ничего себе. Думаешь, это метаматерия? Похоже. Интересно, они применили... Есть! Бери. Только незаметно. Нифига себе, взять незаметно. Есть. Пошли. О, извини. Все нормально. Питер? Надо что-то зеркальное. Питер, значит. Взаимодействует с компьютером командного модуля. Погоди, стоп. Почему он? Почему он выделен? Центральное питание не потянет. А что надо если найти стенд запитать всю сеть сразу? А, на стенд по энергетике он. Он вот там. А, это колонизация Марса, да? Блин, прикольно. Я думаю, ты прав. На стенде по энергетике может быть что-то полезное. Еще я часто задумался о том, если бы мне предложили полететь на Марс, быть одним из первых, точнее, первым, кто полетит на Марс, и неизвестно, как эта миссия будет завершена, успешно или нет. Я все думаю, полетел бы я или нет. Солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Бери. Прицеплю наклейку на металл. Идем. Как вы думаете? Пишите в комментах. Вы бы полетели, вы знаете, что это, возможно, билет в один конец. Что вы никогда больше не увидите родных, близких, не увидите свой дом, не увидите землю. Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена. Что, скорее всего, вы умрете там, далеко. Там, где еще никто никогда, ни один человек не умирал и вообще не находился. Где людям вообще нельзя находиться. Это такое, знаете, Марс это как стройка, заброшка какая-нибудь. И вам в детстве родители говорили, нельзя туда ходить, а вы все равно туда пошли, несмотря ни на что. Попробуем снова. Так, давай, хорошо. Нет, не совсем. Пробуем. Не то, да? Может быть, сменить форму еще раз? Не то. По идее, надо вниз сейчас разложить ее, да? И как она делается? Вот. Я то ли прослушал, пока говорил, разглагольствовал, но я... Куда мне нужно направить?
Угу. И типа, вот никто не видит, чем мы сейчас занимаемся, да? Ты не можешь просто светить, пожалуйста, Фина? Я не могу ничего делать, пока ты не... Пока вот это долго... Очень долго здесь сделано. Так, нет. Ага, эта форма нам вообще не подходит. Стоп. Фонарик. Может быть, вот так? Фигня. Куда же должно быть направлено? Есть. А, вон он, световой замок. Все. Мы были здесь неприлично долго. Че, гол? Это было шикарно. Штуку оставим, да, получается? Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте. Ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, эх. Погнали наверх. Да, но жизнь всегда в итоге людей разделяет. Привет, стремится парень. Разделить привет, все дела привет, и так далее. Мистер Дэвис. Привет от Фины. Ребята, не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя, пока. Он даже не ответил, отец. Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, слушай, походу это финал игры. А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, к мусорке подключить. Осмотреть временную выставку. Типа вот просто осмотреть. Можно назвать нашу капсулу времени в честь этой штуки. Сколько всего было Аполлонов? 16... 17 вроде. Аполлон 18. Мне нравится. Этот двигатель, использованный в программе Аполлон... Самый мощный односопливный ракетный двигатель на жидком топливе. Сегодня, я бы с таким повозилась. С помощью этой технологии увеличивает экономичность топлива. Что сделает... Я еще не все прочитала. Че, мы все смотрели или как? Я думаю, здесь надо сделать паузу, сохраниться. И мы осмотрим до конца все. Могу сохранить данные. Я чё, ни разу не сохранял? Окей. Короче, мы осмотрим все. Сейчас чихну. Сейчас Евгений чихнет. Отпустила, по-моему. Отпустил. Мы осмотрим это все в следующей серии. Возможно, по ходу будет финальный эпизод. Кто его знает. Оставайтесь со мной. Увидим, что нас ждет дальше в этой игре. И увидим еще кучу других новых видосов, если вы подпишетесь на канал и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, которые у меня выходят. Ну а с вами был Юджин. Всем пять!